Приветствую вас на нашем канале, посвященному ремонту квартир своими руками. В данном видеоролике покажу, как зашить в ванне. Вот, бывает очень часто, получается, идет стена и, допустим, какой-то выступ есть. А потом у нас, вот, когда встает ванна, вот этот выступ, он нам как бы нафиг не нужен. И его надо зашить заодно с ванной. Что здесь делаю? Вот у нас был выступ, я беру профиль 27 и 28. Так, прикидываю так, чтобы у нас, когда кафель уже будет вот наклеен вот здесь вот, он будет или вровень с ванной, вот здесь вот доходить, или будет лежать на ванне. Вообще, конечно, лучше, если на ванне, хотя бы немножко заходил там буквально вот на ванну с полсантиметра, чтобы вода, если будет она вот, да, и вот это вот место, оно должно быть с небольшим как бы уклоном в ванну. И вот когда кафель лежит на ванне, то вот вода, когда стекает, она стекает и идет сразу в ванну, то есть по железу вниз. А если будет вот впритык, то здесь эти места, вот получится вот такой вот шов. И вообще, как бы, конечно, его в лучшем, ну, хорошо бы силиконом замазать, но силикон, он со временем почернеет, буквально через 2-3 месяца. Поэтому я как здесь делаю, я это все так вот все пропениваю. И там здесь вот клеем тогда, ну, дальше покажу, видно будет. То есть здесь вот это вот расшиваю все расшивкой, и придется только единственную расшивку обновлять примерно раз там в 8 месяцев, в год, потому что она все равно начинает маленько раскрашиваться, если тем более ванна железная. Ну, если чугунная, то в принципе она довольно долго стоит, не раскрашивается. Особенно если в затилке хорошие, там церезиды в банках, которые... Так, ну что вот, как делаю? С учетом того, что плитка будет, ну, у меня здесь все-таки, наверное, она будет вровень или чуть-чуть все-таки выступать, я приклеиваю вот этот профиль так, чтобы вот еще будет сантиметр гипсокартона и с 8 мм кафель. То есть он где-то вот как раз будет вот так вот. Итак, вот этот профиль приклеиваю на... Вот этот момент монтаж, он очень хорошо держит. Вот сейчас я его приклеил, вот буквально только что. Сейчас он зафиксируется хорошо, и вот эти места тоже. Все, потом вот сюда кидаю еще один профиль, его прикручиваю вот к этим профилям, по краям которые. И вот это место, оно будет пропенено между профилем и ванной. То есть он укрепится с ванной пеной, а здесь на два самореза. Потом на него укладывается гипсокартон. Гипсокартон врагостойкий обязательно. Гипсокартон, ну его можно в принципе тоже приклеить, но лучше, конечно, саморезы прикрутить. И сверху будет кафель. Сейчас дальше покажу. Ну, сейчас я пропеню ванну. То есть ванна железная, я ее, когда устанавливаю, сперва ее выравниваю, как она должна быть. Все здесь получается у меня в уровень. Покажу. То есть она должна быть в уровень. Так, и вот здесь вот тоже, чтобы был уровень с обоих сторон, и желательно даже не в уровень, а чуть-чуть вот такой вот уклончик, чтобы вода стекала, если попадает, не на пол, а туда на стену, и со стены уже в ванну. Ну и то же самое здесь, с этой стороны. Так, сейчас пропениваю ванну.